Это даже не пошло. До одури скучно, когда кто-то в исподнем тут был до тебя. В темной комнате тесной, прокуренно душной, из которой выходят во мглу сентября. И одни холода впереди, и метели, будто не было лета в июльском бреду. Мы вначале ведь тоже иного хотели, начиная с любовью играть на ходу. Это даже не пошло жить с кем-то вне дома. Это просто никак отвоевывать сны и со временем чувствовать, что незнакомы, что совсем незнакомы с восторгом весны.